Клуб бально-спортивного танца Dream Dance в субботу 30 марта давал открытый урок в спорткомплексе «Портовик». Воспитанники всех возрастных групп демонстрировали родителям, друзьям и просто зрителям, чему научились за прошедший год. В клубе занимаются малыши в возрасте от 3 лет и старше. В танце они делают лишь первые робкие шаги, однако постановщики концерта сумели даже на этом построить несколько забавных номеров. А как интересно смотрелись постановки взрослых участниц. Ведь Dream Dance можно прийти в любом возрасте. Главное – это желание танцевать. Увы, на этот раз зрители по объективным причинам не увидели выступления руководителей клуба, тренеров Виктории Чмыги и Данилы Литвинова. Зато в программу были включены потрясающие номера пар из бально-спортивных клубов Херсона и Николаева. Именно они сделали отчетный концерт настоящим шоу, от которого зрители были просто в восторге. Dream Dance сумел за короткий срок сделать настоящий прорыв на своем поприще. Его воспитанники активно участвуют и занимают призовые места в рейтинговых выездных турнирах. Но главная цель клуба – помочь любому человеку, и маленькому, и взрослому, раскрыть свой талант. Здесь учат не просто танцевать, а бороться и быть лидером, уважать своих партнеров, ценить дружбу. Программа концерта продолжалась более 2 часов. За это время зрители увидели несколько десятков композиций, для каждой из которых были предусмотрены свои костюмы, атрибутика, свет. Клуб живет и развивается благодаря 3 китам – творческой инициативе и большой работе тренеров, дисциплине и труду участников коллектива и помощи родителей. Отчетный концерт показал, что взаимодействие этих 3 составляющих дает отличные результаты. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».